Кто-то, чтобы снять редкий кадр, бесстрашно поднимается в горы. Кто-то, чтобы выловить самую редкую рыбу, опускается в глубины океана, рискуя жизнью. Точно так же и я, рискуя своей жизнью, отправляюсь за редким рецептом на кухню к моему другу, повару Балаханову. Я вплываю до Привет. Очень приятно, что наконец-то мы можем Поприветствовать друг друга мокрыми руками. Да. Спасибо. Хорошо, что они были не в майонезе. Да? Да. Хорошо, я... Слушай, ну вот тут очень интересная конструкция. Я не скажу, что это набор для иглоукалывания. Дим, мы сегодня будем готовить Все очень просто. Готовим мы сегодня с тобой фондю. 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 Друзья, мы начинаем. Он говорит, что это будет просто, я в этом не уверен. Мы готовим фондю. Ну, как ты знаешь, блюдо из Швейцарии. Да, слышал об этом. Из швейцарских ну, берите, пожалуйста, Альп. пожалуйста, посильнее. Нам надо взять сразу же, подготовить воды. Блюдо произошло в швейцарских Альпах. Я даже знаю легенду. Ты, давай, кстати, давай, давай. О давай. Да. Легенда очень интересная. Пастухи, которые опирались в горы, вот пасти, вот. пасти овец, они брали с собой, ну, что-нибудь там, сыр, вино, женщин, хлеб. женщин. И все это очень часто, ну, женщин... Да, э, нет, они брали овец туда. овец, а, я, я... А, Вы так это... Э, так вот. Э, э, так вот. Я привык к вашему сленгу обычно, Дима. Ну вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот, брали с собой м, овец, я сказал, вино, сыр и хлеб. И ну, это ну... все очень быстро портилось, а в горах, как понимаете, холодно. Да, я понимаю. Овцы не портились, портилось все остальное. Ну, Настоящий овец трудно испортить, конечно. <смех> 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 ну бывает всякое. Ну, короче, это все э, портилось. Как ну как-то обидно, обидно, а о А потом в горах, э, понимаете, они что вам не простят. Хочется чего-то все-таки горяченького, меня особенно ночью. И вот ну вот так вот ну. они придумали этот рецепт, они брали ковшик там что нибудь глиняная посуда и на костре расплавляли сыр, вино туда бросали. Дима, я хотите вас немножко перебью. Вот, э, на самом деле, а, наверное, просто сыр а, один раз, наверное, они напились, они варили глинтвейн обычно так. с травами альпийскими. Я вам расскажу, как это было, потому что я живу 15 тысяч лет на этой планете. Вот. И и мне мы... на, ваше, на ваше человечество очень интересно смотреть, как вы тут все это... Вот, и вот э, что там было? Они варили глинтвейн, они подогревали вино, чтобы греться. Клали туда травы различные, значит, еще что-то. И э, уснули, напившись. Так. И туда упал сыр случайно и расплавился. Откуда он упал? Ну упал вот у них упал они напились случайно уронили. Ну, так они сыр, спали, да. так? Нет, случайно. Ну, они нет, они спали там где-то напили, ну в общем пьяные По пьяные над, валялись. Надо, над, над, ну не важно уже, это, это уже детали, которые не интересны вот ваши детали эти. Uh -huh. Вот. А интересно то, что случайно сыр попал в это вино в Глинтвейн и чудесным образом расплавился им понравилось это и они стали ну, там макать хлеб туда и кушать вот слушай интересно да расскажи пока что ты делаешь я сейчас шатовницей э, делаю вот картофель можно также значит э, макать в сыр э, по классике макаю я когда вот мы во Франции были mm -hmm. и меня пригласили на вечеринку фандю я тогда mm -hmm. еще... Э, в те годы. Ну, для там, тех, 90 кто не знает, просто Франция, некоторые районы, граничит с Швейцарией. Ну, И... мы как раз жили в предгорьях Хальпа. Франция uh -huh. это под Леоном. Значит, мы uh -huh. были ближе к, к Швейцарии. Ездили в Женеву, на самом деле на Женевском озере был тоже. Но именно во Франции я в первый раз столкнулся с фондю. Тогда еще никто не знал вообще. Ну, как -то, uh -huh. ну, все... не, не то, что никто. Uh -huh. Ну, я, во всяком случае, из моего окружения, мало кто знал, что это фондю. Вот, in Russia, да, совершенно верно, И в России. И, так вот, э, люди, представляешь, мое удивление, да, поехали фондю, фондю, mm -hmm. фондю, разговоров, разговоров, понимаешь, сегодня делаем фондю, там все радостные, значит, mm -hmm. приехали, хлеб, вино, сыр у людей. Потому что я думал, сейчас будет, знаешь, там фондю. целое мясо, там, знаешь, рыба, там еще mm -hmm. что-нибудь, фондю будем делать, значит, mm -hmm. вот. А они, у них вот самое классическое, простое, это белое вино, пару сортов сыра. И, а, в принципе, и все, и хлеб. И они вот э, на палочки туда макают. Ну, тут главное, в вот. фондюжере еще общение, наверное, это же как вот стало вот так принято сейчас. Есть нюансы, как всегда. Э, ты знаешь, я по, э, с ними все это покушал, угу. у нас хорошая вечеринка была там, у них есть такая э, Не шутка. Ну, шутка, что то делать? Ну, такое вот, что такое. Ну, вот попробуй здесь маленькое. Угу. Вот этим. Вот. Ну, из этой картошки можно сделать пюре, но мы ее пока здесь вот я отложу, утилизируем. Вот. И ты знаешь, я, мы остались там в том доме, где делали фондю. Я там лег спать. И, эм, друзья мои, не ешьте сыр на ночь э, много, в больших количествах, потому что будут сниться кошмары, это точно. Серьезно? Э, серьезно. Это, э, не про, это проверенные данные. Это потому проверенные что на данные? себе... Потому я что проверил, я тоже, что -то... я люблю очень сыр по ночам. Мне снится Балаханов очень часто. Это кошмарный сон, который не заканчивается никогда. Это шутка года, это правда что... года. Да, что я это? Раскрываю, это года? Моя исповедь. Знаешь, как сейчас есть популярна такая такие передачи исповедь артиста. Итак, тем временем мы уже шатовницей сделали вот такие шарики из картошечки, она у нас готова. Костя, костя Она достал бекон, она огурцы. не готова, она Готовит. сырая, она будет готовиться, она будет вариться. Горячая вода, вот соль. Так. То есть здесь ты солишь сразу же вся эта история? Ну, подсолить. А, надо, а да? бросаем картофель. Хотя а... бекон тоже соленый, но... Скажи, бросаем картофель мы в кипящую воду или вот подогретую кипящую. кипящую? Я понял. кипящую воду, чуть-чуть угу. подсолил. Сколько такая картошечка маленькая будет э, вариться? Можно, кстати, взять... знаешь, когда мелкий картофель такой продается? У -у -у -у, да, конечно. На дачах у людей растет, вот он... Классный, да, очень вкусный. Вот, очень вкусный бабушкин. Вот можно целую картофель, но не делать вот то, что я делаю. А природа делает но сама. его надо чистить. Не обязательно. Ты знаешь, если он молодой картофель, мелкий обычно и не надо. Старый, старый картофель надо чистить. Угу. Принеси-ка мне, Дмитрий, молоточек, поработай-ка все-таки. А то как-то ты у меня... Я-я? Слушай, ага. вот ты, кстати заговорил о мясе, о фандю. Вот у меня сразу тебе вопрос такой. Фандю ага. бывает, да? Спасибо. Фандю, вот что можно макать, вот этот сыр. Или, скажем, какие фандю бывают? Бывает ли фандю с мясом? Можно ли мясо? Использовать? Какое, какое большое фондю. поле для шуток? Что можно макать? Как можно воспользоваться этим вопросом, друзья мои? А? Дима, мне воспользоваться. Что можно макать? Фандю. Фандю, что можно макать. Какое фандю бывает? Хорошо. Давайте: э, что вы любите с сыром, например? Слушай, э, Или ваша фантазия, например? Э, я люблю много чего с сыром, но я на самом деле честно скажу: я тебе задал mm. наводящий вопрос, и я сам на него отвечу тогда. Потому <свист> что э, немногие знают и вот я узнал, тоже удивился. Вы весь в этом. что Фандю э, бывает очень разное в разных странах. Оно бывает э, различное. Вот, например, в Китае, в Китае есть так называемая хоаго. Тоже да, поле, поле для шуток, для ваших. Ругаться, да. Так вот такое блюдо. Это... это кипящий бульон, овощной или из грибов. Угу. И китайцы мелко нарезают мясо, да, очень тоненько. И они опускают в кипящий бульон, оно как бы делается, это называется такой китайское фандю у них. Угу. Вот таким образом, например. А на самом деле это вообще монголы им завезли давно, потому что монголы быстро готовят. Я 403. вот слушаю вас, вот, знаете, монголы, китайцы, еще что-то. Швейцарское фандю, классика. Так вот, в классическом швейцарском фондю, которое я подавал во французском ресторане, работая с шефом, шеф-повар был француз. Угу. Доверяем? Доверяем. Вот, там подавали картофель, бекон, так. огурец так. и багет. Какой багет? Обыкновенный ну, обыкновенный белый французский, французский багет. Французский да. Французский. да, обыкновенный французский багет. Все. Слушай, а зачем ты делаешь это? Зачем ты отбиваешь э, бекон? Он же и так уже тонкий. И... Я немножко модифицировал этот наш, э, скажем, э, как сказать, э, рецепт, угу. да. Вот. И бекон модифицировал, просто там подавали бекон кусочки, да, то угу. есть можно накалывать. А можно сделать то, что мы сделаем сейчас. Это будет красивое. Такое дополнение к нашему фондю. Угу. Вот. Но на самом деле, уважаемые телезрители, вы можете делать э, всевозможные вещи. Можно отварить рыбу, можно э, сделать что-то с мясом. Если вы любите перец, макайте в э, фондю все, что хотите. Но э, думайте о том, что понравится ли это вашим гостям. Сочетание продуктов, грубо говоря, да? Ну, то, что подходит... Так к, зачем Зачем к ты сыру? это делаешь? Я отбиваю бекон, чтобы потом обернуть э, картофель. Угу. То есть и запечь в духовке. То есть, прости, ты уже все да. выключил. Картошка готова? А нет, она не готова. Она готова на... Э, чтобы не разваливалась. Угу. Это важный угу. момент, вот, нюанс. Чтобы картофель не разваливался, я его варю на 85%. Он достаточно... Понимаешь? понимаешь? Я по глазам вижу, что понимаешь. не понимаешь. На 85%. 85 процентов. Картофель, есть картофель отварен ну на 100%. Как? я пойму, что он на 85% отварен. ты как вот? Как это? Дим, как? Вот так. Как я тебе? Ну как я, я тебе пойму? Понимаешь, там... Ну, ну ты понимаю? достаешь одну картофель. Так, какая она должна быть? Давай вот сразу скажем, на 85 процентов. Сыренькая. Еще. Но уже ее можно кушать. Mm -hmm. да? mm -hmm. Вот, то есть она вроде как еще Снаружи с хрустинкой, да? Она Нет, вроде. она еще там где-то с хрустинкой такая вот. Если бы, такую карто... Если бы такой картофель тебе подали в ресторане, ты бы сказал, доварите, пожалуйста. Yeah. Вот, вот так. Я yeah, понял. Итак, друзья, картофель э, для фондю э, как не, как никогда не для обваривается вас... до конца. Где-то на 85%. А тем временем Костя уже отбил бекон, потому что это будет э, интерпретированное его блюдо, модифицированное Малахановым. То есть хочется же что-то как-то привнести в, в, этот, в наш. Здесь вот бекон у нас лежал, да? Значит, ничего страшного не будет. Так. Надо, чтобы сухая, она, конечно, была. Она должна быть сухая. Да, она должна быть сухая. Ты ее будешь как-то сушить, особенным образом. Да, нет, я вот так вот подержу. Сейчас у угу. нас упадет у нас и все. А можно я попробую? Ну, вот, можно по Можно попробовать, но ну, не надо. Стоп, не надо, да? Не надо. Спасибо. А зачем вам вот? Ну, я Дим... хочу а, по вкусу передать людям, что это за картошка. Хорошо? Там стекло в камере. Ну и что? что там там объектив, как бы передадите? Бывают камеры различные, Константин, Бывает ст стекло. То есть там ваш, ваш этот, как это ну, вы она действительно, она даже... 8D? 8D, э, 8D э, даже вилкой, можно... Вилкой, когда эту картошку берешь, она действительно вот, ну, как будто бы сырая. Сейчас попробую. Такая вот подваленая, да, ну вот эта мелкая, но она почти действительно почти подварена, но, но не совсем. Вот mm. поел хотя с утра. Ну, вот такими вот я примерил. Смотри, пока вы там я примерил приблизительно сколько uh -huh. мне надо от, отмерить. Uh -huh. Вот такой вот. И вот где-то на три части каждую мы разрежем. Uh -huh. Вот так вот. Прекрасно. Картошка с беконом. Да, картошка с беконом. Вот и здесь картошка просто, просто будет у нас. То есть... И просто из бекона. Да, и просто из бекона. Ну а теперь вот нам нужно взять наши вот эти вот, разложить. Вот. вот ну вообще фандюз, знаешь, вот я смотрю, оно как-то настраивает на доброжелательный лад. Ну естественно, это блюдо, во-первых, поедается, значит. Коллективно. Так. А вот оно как считается? Горячее, не вот горячее. Горячее, конечно. О чем оно горячее настолько, что. То есть э... обычно, когда подают фондю, больше ничего не подают. Никаких салатов. Вот это вот фондю и все. Или как вот? Как это? Понимаешь, о чем я говорю, да? А, в смысле, что? А сколько вы, допустим, его делаете, например, это фондю? Если человек, допустим, ты сделал 3 литра вот этого самого фондю, да, расплавил uh -huh. сыра с вином, да, то есть 3 килограмма фондю, uh -huh, да, uh -huh. и наготовил закусок различных, то ты, конечно, наешься. Uh -huh. Если ты uh -huh. и сделал, сколько вы подойдете? Дим? Вот, знаешь, как хочешь. Ну вот фондю обычно подается, знаешь, вот как шашлык. Да, мы едим шашлыки. То же самое, мы едим фандю. Обычно не подается и не обычно. А фандю это в нас в стране. Это как это вот это ритуал. Простите, пожалуйста, кто у нас обычно ест фандю, друзья мои? Вот так вот обычно днем, вот каждый день или раз в неделю делает фандю. Вопрос, да? Вот посмотрите, может быть, мне будет очень интересно, если мне скажут: да мы каждый день вот у нас фандю это запросто пожалуйста, вот, э, Дмитрий. Я вот одну попробовал уже сделать, пока ты рассказывал. Но она так все равно свалится, ее хорошо бы нам, чтобы она осталась. Угу. Вот это неправильно вы сделали. Вот расскажи, вот, э, вроде так просто все. Мне нужно, чтобы оно было вот так. Вот. То есть ушел вниз шов, понимаешь? Ага. А у вас сбоку она. Понимаете? То есть шов должен уйти вниз. Но... Я еще. Костя, а это чисто эстетическая, да, история, или это имеет какое-то а значение? А у вас какое-то значение? Вам дать салфеточку мокрую, Спасибо. пожалуйста? У вас? Нет, нет, у вас тогда. Ты не ответил на мой вопрос. Я не слышал, пока вопрос. Я ну, беспокоился вот о то, ваших что, руках. то, что вот картошка тряпку, да не до конца, беконом у нас накрыта. Это какой-то эстетический момент, или это имеет э, значение при приготовлении? Ну просто немного, я делаю вот допустим, mm -hmm. вот заворачиваю таким образом и. Шпажечкой вот так протыкаю. Слушай, а вот, наверное, э, я так понимаю, что вот какая страна, от этого меняются и закуски, ингредиенты для фондю, да? Географическое положение же как-то... Ну, влияет. что у людей обычно есть, угу. то они и кладут туда. Это ты, вот эти шпажечки, они предназначены для того, чтобы вот закрепить, правильно, вот наш, нашу закуску. Ну, чтобы... Давай можем попробовать, может быть, и не понадобится, да, вот так Давай вот. Давай, может быть, если взять побольше бекона, угу. замотать. Mm -hmm. Да, вот так вот. Ну, как-то... Потому что вот вопрос. Ну, это ты расскажешь, когда мы будем это кушать. Ну, no. вот как, не одной шпажечками мы берем, вторую вытаскиваем, да? Всему свое время. Да. Как, помнишь, Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. Неправда, братцы, никакого утюга не глотал, ни горячего, ни холодного. Вот. Ну, вообще фандюю хорошо делать с девушкой, да, вместе. Вот стоять, делать его долго. Кому как, Дим. Вам, наверное... Нам <с, с, с девушкой. На, вам Ах. со мной, да? Вам нравится со мной все делать? Вообще довольно вот такое скучное, понимаете, такое кр кропотливое. Вот стоишь, делаешь эти закуски. Или на ну, вот я себе представляю звучит музыка классно, все играет, общаешься, ты делаешь а, -а у нас сегодня будет фандю. Сегодня... Алло, ты сегодня приедешь на фандю. Я приеду. Давай, 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 давай! Возьми с собой там. Кстати, что а, какое... Возьми, возьми, с, собой, возьми с собой? И у меня вопрос: что надо взять что? с собой к фандю? Прежде всего, хорошее настроение. Так. Во-вторых, Во нужно взять. А, еще выпивки. Вот, вот какой? Вот с этого места поподробнее. А без разницы. Ладно, если есть хорошее настроение. А без разницы, настроение хорошее. А что в Швейцарии? А что в Швейцарии вот обычно? С белым вином? Там было белое вино и красное вино, кстати. И в основном да я не знаю, что там. Х там хлеб, мы так наелись, особенно там и ничего. Я говорю, хорошее настроение, хорошая музыка. Да, в принципе, и все. Так, вот мы... А, при... давай сразу поставим тогда запекаться, чтобы не Карту. тянуть время. А, вот это еще будет запекаться? Что я думал, все готово уже. Дмитрий, а стал бы я закалывать шпажки? Я шпажками. просто подумал, что это уже в сыре все будет запекаться, когда мы это Хотя, Дима, вот ты невнимательный был, я тебе об этом говорил, понимаешь? И ты сейчас скажешь, что, что ты там, Балаханов, там ты ничего не знаешь, ты меня все время там... Э, вот я тебе сказал, что мы будем это запекать, поэтому я прокалываю шпажками, чтобы бекон Прости, не сварился. А, Прости, я просто подумал, что будем это запекать уже в сыре. То есть, понимаешь, моментальное запечение. Я об этом подумал. В сыре не запекают. Не, запеч... не запечь. Вот что мы с картошкой сделали, Дим? Отварили Отворили. или поджарили? Отворили. Я на всякий случай Отворили. проверяю ваши Отворили. знания. Отварили. Хорошо. Ты что сейчас делаешь? Лежишь или стоишь? Я сейчас эм, веду передачу. Угу. Так. Есть много вариантов. Много вариантов, понятно, что много вариантов. Так, э, скажи, пожалуйста, э, вариант. Э, можно ли применить слово запекание? Вот э, вот это вот здесь расплавленный сыр. Так. Накалываем. Нет, ты не понял меня. Накалываем. Ты, меня не понял. ты, ты не... сейчас только что сказал ну, о мне. Чем? Что? Давай, давай. Я пытаюсь понять, о чем ты говоришь сейчас. Так. Дальше. Опускаем так. туда. Так. И это называется запеканием? Ну вот мне а, почему-то казалось, что вот этого будет достаточно. Понимаешь? Вот. Что? Метр. Что? Метр. Что? Вот так. Все, вот так вот. вот Ведите перед. Вот вот у вас там. Друзья, там. итак, вот оказывается. И говорите, что хотите все. теперь. Дима. Потому что теперь мы будем этот картофель что? еще и запекать. Запекание, беконом, короче, у него. Это запекание. Если у вас это Казалось о терминах, бы, может, такое простое фандю, а столько нюансов. А Костя начинает вообще пока... перчить все это ну, дело. Перчить, конечно, чтобы так. остренько было. И картофель мы чуть-чуть посолили. Можно и туда перчик подсунуть, острый, например, табаско, кто любит. Да? Можно табаско, но я не стал. Вот. Классика. 200 градусов, минуточки, 5 минут. 5 минут, есть. 5 минут. Там уже мы отбивали его. Так, а ну... этот мы подадим вот уже вот в таком вот виде. Этот -то. А, этот-то не готов у нас картофель? Да, конечно, его тоже надо запечь. Семен Семенович ну, мы вот так вот, этот, просто без всего доготовиться. Что ты там? Ты бзишь Опять mm -hmm. извини за выражение. Я попробовал огурец. Ну и что тебе? Ну скажи мне, какие огурцы подходят для фондю? Или опять же, тут нету, да? Пробуйте. Чем отличается корнишоны? скажем, да? Вот это у нас. Э -э конс константирую. Пожалуйста. Константирую. К сожалению, друзья мои, в нашей стране нету стабильной продуктовой базы. У нас нету. Если вы, вот лучше всего брать огурчики, которые сделала ваша бабушка. Или попросить, а, вот здесь вариант, если у вас нет бабушки, если у вас нет тети, да. то вам ее не приобрести. Вот, то тогда вы можете просто попросить друзей, у кого есть бабушка, так. сказать, захвати-ка баночку огурчиков. У нас сегодня фондю. Да, да Фаины Абрамовны. И все, и так. все будет хорошо. Или Лоры Павловны. Фаина Абрамовна, щуку фаршированную можно Слушайте, нет, и огурчики тоже. Поверь мне, да? кто да. понимает. Так. А вот это что за огурчики? Это кто, от Фаины Абрамовны или от Норы? Нет, это огурчики куплены. Так. Ну, это корнюшоны. Что это? Как нет, это называется? не корнюшоны. Это обычная маринованные корнюшоны огурцы. Маленькие. Вот угу. Корнюшоны маленькие. Корнюшоны? Не корнюшоны. А ну, у нас так пишут на банках. Корню? Корнюшоны. Корнюшоны? Да, да, да. Может, где? Я, ну, я видел, где видел, ты видел? видел, видел? Где видел, ты видел? видел? Ты видел, меня видел. учишь все время ну, филология. Сам видел. Э, ты видел. Э, поспросил своего внутреннего голоса, как пишутся корнишоны и э, Нет, ну, пишется. Это, да, и за, замри в глубоком пардоне. Понимаешь? Они ладно, ну ладно. Проезжаем эту тему. Проезжаем. Итак, эм, вот как только, как только тебя, он, как тебя. только он, сразу проезжаем. Как только он, как да, только он. Ты. Слышишь? Ладно. Я подарю я, тебе цветы. Я, я хорошо. Подарю. Новые стихи. Так, Костя, ну, какие огурцы у тебя? Консервированные, он, маринованные. Он, нет, слышал. <свят> Вы слышали? Он хочет подарить мне цветы. Э, Обычные консервированные. Хочу тебе поставить цветы. Кто Знаешь, любит, ставят, бывает. кто любит маринованные, может маринованные. Сигений куст. Э, — Маринованные. Вот, вот так вот мы положим. Так. Хлеб. Дим, а почисти чеснок, пожалуйста. У тебя вот одна, одна забота Естественно. всегда. Естественно, чеснок. Кость, Подальше думаю. Кость, мне кажется, что вот картошка с сыром э, подходит. Более-менее, да? Но ну, вот все-таки как-то огурцы с сыром. А что, зачем, а зачем мы чеснок? Я сейчас режу. Это просто так, что ли? Это для чего? Значит, у каждого кусочка здесь, смотри, чеснок, сейчас я покажу все. Ты почисти, я потом к этому Много подойду. надо тебе? Ну одну, наверное, да? Ну давай две хотя бы. Две. Да. Хотя бы две. Ты пока я чищу чеснок, занимаюсь важным делом, ты просто нарезаешь хлеб. Да. Но вот по поводу хлеба сразу я ты меня перебил немножко. Прости. Я тебе скажу. Прости, я культурный. Культурный. Гусары молчать. В каждом кусочке должна быть корочка. Mm -hmm. Логика. Дмитрию подсказала, что Логика Дмитрий подсказал, что если ее не будет, то, то? во-первых, развалится, наверное, мякиш этот. Просто mm -hmm. на шпажке. Да и потом с корочки все. всегда вкуснее. Все, 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 не надо. Вот вкуснее это уже ваша артистическая. Просто да, и, естественно, кусочки должны быть Дим, такие, которые можно. Я делаю для вашего рта. Не, для большому, большому куску и рот радуется. Не подходит большой. Большой. То есть вы хотите, чтобы я еще подмельчил вам немного? Я хочу, да. И вот здесь уже сложно, потому что это кубик-рубик. Ну, надо так оставлять, чтобы корочка да, была. Да, да. Так, ну, черт, чесночок я почистил. Я уже делаю успехи в этом деле. Скоро будет промышленная очистка чеснока в Партии России, я буду этим заниматься. Так а вы сразу с чищенным чесноком приходите на передачу, и все у вас будет хорошо. Ну. Сейчас проверим. О! И Его же нам подержать в холодной воде. Фондю. Так. Ну, бекон вот видно что готов ну, да, да. И картошечка бекон готов но он даже немножко передержали мы чуть-чуть но здесь есть, не ну, важно. я люблю я люблю такой любишь да под, с поджарочкой. Угу. С поджарочкой. ой ну мне очень нравится это конечно вот ну там запах конечно Дима Ах, можно да. вот взять например масло с Ты запахом сегодня легко на этой кухне это О, начинается. Э, вот с запахом э, масла на горячую картошку. Кость, а это обычное масло? А? Это обычное масло? Это необычное масло. Сейчас... Э, О, фундук. Дим, ты знаешь, что в этом моем пистолетике масло с фундуком. У тебя там каждый раз разное заряжено. Ну, не всегда разное. Бывает из виноградных косточек. Ну, просто надо быть внимательным вот в, да. отделе, в отделе вот масел. И посмотреть, можно есть льняное масло, есть рапсовое ну, масло. Кленовое полезно, кстати. Можно им... Можно, ну, конечно. Все можно, Дима. Ну, можно здорово. все. Но я Фахтан не могу фундук. все масло притащить Итак, на передачу. дорогие друзья, картошечка наша сначала подварилась на 85%. А мы добавили вот туда здесь соли, вот в кипящую а, воду а, бросили. А, понятно, Далее занят. обмотали всю картошечку беконом. Ровненькие у нас должны быть такие кусочки. Далее сделали, шпажкой накололи, чтобы все это не развалилось. И отправили запекаться это в духовку 200 работа. градусов на 5 минут. Тем временем мы разрезали огурчики на мелкие кусочки. Ну, в принципе, все. Ну, вот это лишнее, да? То есть мы не будем так вот... Ты знаешь, как еще интересно, что в фондю мне вот потрясло, что вот изначально, давай быть честным, да, это же блюдо, в принципе, ну, бедняков, да, вот пастухов. И как вот это блюдо перекочевало вот из бедности в аристократию. Ведь потом все аристократические семьи в Швейцарии, во Франции... Может, еще подрезать, да? Да. В Швейцарии, во Франции стали кушать это блюдо. Вот как интересно, да? Ну, все, получается... все у нас как-то бывает, и когда-то тоже кто-то кто -то ведет передачи, а потом, а потом занимает наконец свое место с метлой на улице. Вот, Всякое Это вы про себя что сейчас говорится? Нет, я не веду передачу. Я, я кульна... не ведёте. вы ведете? передачу. ведете? Нет, я рассказываю про давайте раскроем еще раз. Я готовлю, Всекам... а вы, а вы а ведете передачу. ведущий, и я ведущий. А, Дима, 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 Редактор. это лазейка для вас, понимаете, что ведущий. Нет, это не ведущий лазейка вы. для меня. А я шеф-повар Константин Балаханов. Вот именно потому, что я ведущий, я буду вас вести. Вести? Вы так, пожалуйста, положите хлеб. Так, э, Все картофель есть, это есть. Классика готова. Э, помогите мне, пока я буду, буду рассказывать, Давай. возьмите, оденьте перчатки. Так. Даже дадите вот мне их. Вам. А как это так? Э, те зрители, которые не э, перчатки, не. А как это, не, не, мне дали святая святых. Перчатки. Не хотят перчатками, то э, я предложу вот такой способ. Кстати, себя чувствуешь. Вот элегантно. Дима. Мне многие, многие между все время говорят: ты в перчатках, да. в перчатках плохо, присылают всякие там, письма, еще письма. письма. Говорят, он работает в перчатках, он там, у него кастрюль. Вот вопрос у меня тогда: да. мне нужно вытащить шпажки из мяса, и мы больше не будем подвергать его тепловой обработке. Без перчаток как это сделать? Да, как вытащить шпажки без перчаток, не касаясь. Вот. У меня два варианта. Либо а, пинцетом. Может, или каким-то, да, там, чем-то. Либо, да, пожалуйста. Либо с помощью вилки. Есть еще дома у всех обработанные... А, да. смысл, Дим, я хочу донести до нашего, к чему я начал этот спич. А, я хочу объяснить, что руки, какими вы бы не были суперменами, они потеют. А, какими вы не были суперменами, здесь есть волосы. Кому-то интересно сейчас, а, скажем... Кто-то до этого руками А потом кто-то будет есть Скажешь, Он должен чувствовать предмет Да я чувствую его сердцем Понимаете, надо чувствовать сердцем А не вот это вот я Да, друзья, он общается руками. с предметом Мало того, он не то что чувствует Он общается с ним А постоянно. перчатками, перчатками Удобно. Ты можешь это сделать Попробуй, попробуй ну, Вот не и, зря все. Одел. и все, и перчатки, правильно Вот они Так, Вот они нужны А кем. я пока продолжу Значит, как Дима. Здорово. Вот они, эти спашки, исчезли. Это мой вопрос. Вот был. Э, чеснок. Дага... Чеснок. Вот эта вещь называется кокелон. Вот это кокелон. Это кокелон. Вот, э, вот, вот в этом-то и делали, наверное, впервые. Можно сказать, да, подобные вещи. Его Пандю. натирают чесноком. Зачем? А зачем? Для аромата. И... Да, вот да? чесночком его натирают для аромата, чтобы был. Для дезинфекции. То, <laughs> самое то чеснок, конечно. Чеснок. Ну для вот я делаю так, как меня учил делать француз. Угу. Вот не швейцарец, честно признаюсь сразу, это делал француз. Французский, французский шеф-повар. Не суть, потому что действительно это очень близко. близко да. Ну я понимаю, да, то есть вот, вот он натирал чесноком. И дальше мы... Это вот нюансы. Это нюансы уже. Это да. нюансы. Такие же нюансы, как э, многие видели, э, продаются кокелоны чугунные. Угу, угу. И все говорят, вот в чугуне делают... Подожди, а вот это как называется тогда? Это называется, скажем, форма для подачи. Форма для подачи э, в ресторане. Угу. Объясняю. Ну, давай я вот да, ну, да, по, да, ходу да, дела. по ходу дела Хорошо. А, а с, сам расплавлять мы будем вот здесь вот. Мы то, тоже натрем это. Так, mm, у нас получается три разных э, посуды. Здесь мы будем расплавлять сыр. Э, Дима, вот это, это кожух, в нем ничего не делать. Туда ставят чум А, вот таким образом. Сюда наливают воду горячую. Сюда ставят это, наливают сюда сыр, чтобы держал mm -hmm. он, потому что глина держит. И вниз ставят свечу. И вниз ставят свечи. А расплавляют здесь, потому что мы готовим в ресторане в каком, да? Где официанты в белых, в белых перчатках. В перчатках. А повара вот. в резиновых. Ну, естественно. Да. Где, э, ну, как вот я, как то есть я ты прив... и там натер и здесь. Дим, Дим я не буду нюансы. делать то, что мне не свойственно, понимаешь? Я, как раз на, за что учился, на то не и, и сгодился. Итак, здесь. друзья, вот пошли нюансы. Не забудьте притереть кокелон и кастрюлю, в которой вы будете расплавлять сыр, чесноком. Это да, очень важный, Это важный момент. менталь uh -huh. менталь продается его все знают хорошо <свист> ну когда я сделаю это я нет подожди <свист> 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 то есть <свист> я, я понимаю ты так. мой враг знаешь есть, почему? почему вот если бы ты не любился я знаю одного человека который не ест сыр вообще то, то что есть что он узнает где-то сыр, причем аллергии нету, представляешь, человек, он его ненавидит. Я обожаю, сыр. Э, причем, я так понимаю, что все-таки один сыр, наверное, для аромата, вот как, да, вот для Заливаем парфюма, что ли? Вино. 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 Так, вино. Так его немало. Немало. Прилично. И на небольшую температуру сейчас на небольшую, скинуть. сейчас Да, девятка, Небольшую. Сейчас девятку, значит. Ставь. А. Кость, подожди, вот тут два ингредиента очень важных: вино и сыр. А ставь на четверку, а как только заки закипит, вот сразу о, же о, это, да. Вот. Э -э -э ага. Очень важные два ингредиента. Да. Во-первых, пропорции, да? Ну, я на... еще подразню этого парня. <св> <св> Бедняга оператор. Подожди, подожди, ну подожди, вино. Стоп, вино. Белое а, вино. Сухое сыр. Вино. Белое сухое вино, да? Да, белое сухое вино. Ты уже там. Белое сухое вино. Да. И сыр. Вот э, какие пропорции. Сыр Друзья, а пополам. Сыр пополам. И тот, и тот. 50 да. на 50. Да. Это Менталь, и грюир. Да. да, чтобы да? он лучше расплавлялся, я его на натер. Это, есть, э... Кусок он плохо, долго на, Ты вот, на, на широкой терке делаешь. Можно да. же на мелкой. Дима, и еще важная штука. Одевай перчатку. И срочно. Давай потому что у нас же все, идет процесс, угу. ты должен сейчас... Туда-сюда. Не туда-сюда, а мешать. Я понял. Туда, я... Ну, аккуратно, не устраивать там бурю, понимаешь, в стакане. А... Ну, а -а -а кость. А -а 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 -а. Да, да, скажи. И периодически, мне... как только... Вот, я вот, да, 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 Отстывает. Я понимаю. И Смотри, и момент, я... еще раз... Вот, а -а сыр, да? Вот давай поговорим немножко о сортах сыра и какой сыр подходит для фондю. Вот в данном случае это грюйер и менталь. Я а вот даже спорю с, со своими, как бы мне говорят, отчеты, понимаешь, это опять, можно пойти по пути э, упрощения, можно mm -hmm. сделать фондю из сырка-дружба, друзья мои. Но я делаю так, как положено делать. Короче говоря, я понял: мы здесь используем: я расскажу для телезрителей, потому что я подготовился сегодня все-таки к этому рецепту. Да, да, да. А, мы здесь используем два сыра это менталь и грюйер, это классический рецепт. Да. кантона не вшатель сейчасобъяню что такое кантон это административная единица швейцарии и есть такое место нешатель антон именно там да именно характер да? делает да. вот хотели именно да? готовит именно вот такое фандю так это классика Ты уже туда Я по чуть-чуть добавляю, чуть -чуть потому что паривается. Вишневый бренди. Вишневый бренди. И все-таки с пропорциями ничего не понятно. Вот сколько мы, вот в данном случае, да, мы делаем с костей, ну на это примерно. На этот кокелон где-то 2-3, я не знаю, две порции. Примерно. Я не знаю ваших аппетитов, я не знаю, насколько. Растянут ваши стенки, желудка. Как это? Что-то... Милый, Так, Расскажи, пожалуйста, отношения, отношения, отношение. сыра и вина. Вот какая пропорция сыра и вина? Вот хотя бы там 3 четвертых. Вот так хотя бы расскажи, пожалуйста. Вина должно быть в половину меньше, чем сыра. Но если у вас, допустим, очень жидкий фандю, uh -huh, да, например, вот мы, мы сделали сейчас сыр еще не расплавился, uh -huh, сейчас он будет uh -huh, все-таки uh -huh. расплавляться, мы здесь придется подождать какое-то время, потому да. что да 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 так так. То вот, есть, короче говоря, вина Дима, в половину а меньше, ми... вот, вот, могу вот. вина вы в половину вот, вот, меньше, вот. вина интенсивно. в половину вина вот в половину нужно... меньше, нет, чем нет сыра. нет нет. Давайте вот вот. Знаете, как я делал? Я ловлю этот вот. Нет, все, меня... я понял, я понял. Тебя. То есть не вот так -дрин -дрин, я понял, как не просто бездумно. Вот, ты вот а так надо делаешь, думать. смотри. Я вот, понял, вот. да, да, да. А ты вот. Есть, я понял, все, 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 я сделаю он это. Он. Я сделаю это для тебя. А, ты можешь, кстати, попросить, чтобы поставили э, музыку? Да, Фондю Здесь... всегда вообще готовится давай всегда лучше давай под музыку. Ну, вот я об этом говорил. Давай, какую песню? А что вы слушаете, шансон? Ну, как ты хочешь, шансон. Я тебя могу спеть. Но ты-то можешь, ты же ведущий, тебе положено. Костя, Костя, Костенька, Костян, Где тебя найти, мой милый мальчик? Потерялись мы в разных городах. Ты уехал в Питер, а я в Нальчик. Такая а. песня. Питер и Нальчик. Мне это нравится, вот эта песня мне очень нравится, что вы в Нальчик уехали, а я в это время был в Питере, Дмитрий. Песня прекрасна. Так. Браво. Спасибо. Принеси, пожалуйста, крахмал вот так вот да. Крахмала. Мало. Мало крахмала Мало. не бывает. Вот Нет, делайте крахмала. вот так вот. То есть смотри, ты хватаешь вот это, чтобы удобнее было. Я попрошу У -у -у. оператора сейчас сюда привести побольше. Очень важный момент. Да, важный момент. А я беру вот Здесь это. такая плюшка, вот видишь, из сыра. Да. Наша задача ее разогнать по вот э, нашей кастрюле. А вот температура должна быть небольшая при этом. Ну, чуть-чуть можно побольше. Я боюсь просто ни в коем случае нельзя, чтобы подгорело. Угу. Но в то же время нам нужно, чтобы вот... То есть вот эта Давай масса вот. вся может подгореть. Да. Берешь эту плюшечку и хватаешь ее Давай. венчиком и гоняешь ее, чтобы она интенсивна. Сейчас интенсивно. Это. То есть начинаешь медленно, а потом интенсивнее, 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 и потом ну, рок-н-ролл. Так. Ну, слушай, вот какая. Это грювер такой или элементаль? Менталь, мне кажется, уже расплавился. Вот казалось так, бы... Так, крахмал элементарно разводим в холодной воде, да, просто? Э, Крахмал э, разводим, да, в холодном, ты совершенно права, в холодном вине. Ну, а зачем мне воду добавлять в мою фондю? Я там, там туда добавлял вино. <сосы> там угу. есть вода, Дим. Нету. А зачем нам туда лить воду? Я тебя разбавьте, понял. разбавьте вином. Сы, какая, а? Какой он... <сосы> ага. Давай сейчас я еще. Ты посмотри на него. Ну, вот говорят, что работа поваров легкая. Слушай, а может быть, а, а, скажем, использовать при этом? Ну да, Никуда наверное, не уйдет. Не, не это да, вот наверное, из серии вот. ризотто тоже. Ризотто вот, угу. и все. Минус повар на кухне. Я не могу себе представить, как вот пастухи сидели и помешивали эту фандю постоянно. Вот как у них так получилось? А ты не думал, что они ставили, может быть, на угли и закрывали крышкой, и оно там само доходило? Долго, долго, долго. А, ну да. Так. Пошло вино с крахмалом. Пропорция, Кость. Здесь, вот здесь вот, это точно экспериментальный путь. Ну, да, мне кажется, что... Извини, что я сейчас брызгаюсь. Будь осторожен, а то ты скажешь, что Балаханов одел передник, мне ничего не дал. Очень, Знаешь, лучше пусть ты брызгаешься едой, чем желчью, поэтому... да, Oh. А сделайте такую вот вещь, чтобы, смотрите, сейчас нам надо подготовить... Уже наш... чесноком мы протерли. протерли. так Нагревайте. Здесь вот я отмерил воды ровно столько. Давайте нагреем наш э, кокелон. Прямо на... вот здесь прямо. Да, прямо вот здесь вот, прямо вот. Если, Сильная допустим, вы переложили, вдруг переложили крахмал. Сейчас меня устраивает. Здесь вот идеальное вообще. Не здесь, здесь, здесь и здесь. И здесь, и здесь. Да. Нельзя в холодные наливать, потому что сразу же фондю ваша остынет. Так. Это нюанс. Ставьте вот так, Дмитрий. Почему? Чтобы, чтобы изнутри а, нагревался. Изнутри. Конечно, так. вам не нужно сейчас. Вот это керамическая посуда, правильно? Посуда керамическая, там под ней ага, нагревается. Нам не надо сильно нагревать, но нужно все-таки прогреть ее. Можно прогреть в духовке. Угу. Вот, вот уже нагрелся, все в порядке. Как подается в ресторанах, чтобы так. у человека ничего не пригорело? Представляешь, фондю за там не знаю, сколько, о-хо-хо, рублей, mm -hmm. Mm -hmm. вот э, э, вдруг подгорает, mm -hmm. то есть так. не продумал, повар блюдо уносить, э, поэтому поджигайте свечки. Свечки? Да, свечки там внизу свечечки, вот так. Вот так, да? Можно наливать спирт туда, то есть по-разному. Ну вот. Здесь, uh -huh. если, или, если пропитывается спиртом, давайте посмотрим, давайте, что там да, есть. Ну, может, кто-то не знает, допустим. Есть специальная, э, скажем, ватка. такая ватка, тряпочка, которая съемная, вот эту можно uh -huh. вытащить. Она э, меняется, и там э, ее пропитывают э, спиртом. Но в данном случае мы взяли вот пару свечек. Нам этого хватит, романтично. чтобы романтично. Может, третью было сюда, ну ладно. Достаточно двух. Так, подожди, я сниму перчатки. Не а поджигаю. до сих пор в перчатках что? Конечно. Ну, ладно. Кто-то включил, скажет, они совсем с ума сошли, они ведущего в перчатке одели, у них операторы в перчатках, понимаешь? Ля-ля-фа. Так, ля-ля-фа. Вот смотри теперь. Что вот такое? так, давай, 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 все. давай, Дима, Дима. Дима Есть Так, дальше я Подожди. не знаю. Подожди, дальше. Стоп, вот. стоп, стоп, ты налил туда воды. Так, воды. Вот И воды. опустил кокелон. Да, что он делает? Подожди, а, он... а ты не закрыл. Не надо, даже а, не а, надо. Это Здесь для спирта. Это для спирта, это для спирта чтобы регулировать э, количество э, А, э, все а этим понял. можно закрывать. Но в данном случае свечки, я думаю, их у нас э, хватит для нашего, э, как это, Итак, Вы можете поместить кокелон э, в воду, уже э, заранее, в кипящую в горячую воду. Мне по... И уже мешаете? сам кокелон вы помещаете сыр. Понятно, да? Вот. Ох. Ох! Вот так вот. Посмотрите консистенцию. Вот так вот должен быть. И горячее фондю. Закрываем обязательно крышечкой. Но э, в то же время не будет парить, вода не будет, она уходит угу. через вот угу. этот верхний, вот видишь, угу. сразу. И даже очень интересно, когда вот, знаешь, вот такой дымок поднимается, да, Тут. Ну, дымок. Пар. Пар. Ну да, действительно, здесь сохраняется вот эта И температура. Теперь мы берем. И вот Это специальная вот посуда для Образу фондю. Такая, да? Выкладываем угу. да. наш картофель. Так. Вот почти закончено блюдо. Сейчас, буквально через несколько секунд, мы его будем пробовать. И я уже расскажу о своих вкусовых э, рецепторах. Рецепт, я сказал. Господи. Дима, Дима. Я, уже Дима. Загов... я постепенно заговариваться начинаю к финалу. Так. Да вы все время заговариваетесь. Просто вы заме начинаете замечать это к финалу, понимаете? Так. Вот. Хлебушек. Хлебушек. Вот таким образом. Ш э, шпажки. Ну, да? шпажки не надо туда, как это можно Они об обмакивать. Будут, можно а сразу же попробовать, например. Давай. Попробуем. Попробуем. Но смотри, что дел делается. В наборе для угу. фондю, чтобы не перепутали люди свои шпажки. Разного цвета. Да, делать. то есть твоя какая? Тебе нравится какая? Mm, желтая Мне синий? нравится желтая. Бери желтую. Спасибо. Я возьму любую. Так давайте, давайте, начнем Можно, цифру? да? Можно, можно. 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 Да, мы Прямо отсюда. Не будем. Мы под камеру не будем. Прямо а, отсюда? Ну, а как это так? Это, это вот надо встать Я попробую вокруг. сначала вот такую историю. Да, нет, мне... а что? Я, мне уже перчатки-то, в принципе, и не нужны. Я пробую вот эту вот картошку. Я. Вот вы сразу начали не с классики. Я начал я бы, не с классики. Я бы начал вот, вот это. Втыкаем, Костя, а у меня объекты. она там осталась. А вот она остается. А ты ну можешь все, сделать так, чтобы она там не осталась? Я могу. Попробуй. Я Мне вот кажется, так он вот такой. Аккуратно. Раз. Она осталась там. На тебе. Это классика. Вот так надо крутить, 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 крутить. Угу. И. Шик. Так, я пробую сейчас классику Ньюшателя. в Такое движение, Дима, должно быть. Ням, 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 классно? очень Бренди. Вишневый, он, да? Вот он придает вот этому yes, <laughs> Ес, Ермакова. Можно сделать так да, совсем, давай, но простим. не будем. Смотрите, какое движение должно быть, чтобы вы понимали, друзья мои. Еще раз. Там, кстати, бекон там остался, можно потом угу. Движение должно быть приблизительно вот такое. То есть ты как бы обмакиваешь вот так и вот так. Это, и оно спадает от Естественно. Ням, Можно огурчик. Так. вот я огурец еще хочу попробовать. вторая история. Вы думаете, вам доверяют? Конечно. Потрясно. Просто потрясно. Ну вот я хочу уже совсем свои сомнения развеять. Я хочу пробовать э, огурец. Вот действительно. Значит, Просто обычный огурец. Это чистая вилочка. Нет. А я свою. Свои. А почему я вашу взял? Не знаю. Вы это делаете постоянно? Предложили мне свою. Все-таки ядовитую. Можно вилку это делать. Так, огурец. Друзья мои, в принципе, можно делать это шпа ш э, вилкой, шпажкой. Можно сделать это вот взять. Вот такие вот. Вкусно? Mm -hmm. Да. Честно скажу тебе, давай да. сюда, иди сюда. Да. Честно скажу, что, что фандю это очень вкусно. Вы сами понимаете, сыр, вино. Вишневый бренди Подожди, нас поменяли вот так вот. Я привык отсюда. Сыр, вино, вишневый бренди. Видите, как насколько оно сближает людей. Даже мы с кости уже обнялись, вы понимаете, да? Да, не обнялись, потому что маленький экран. Поэтому готовьте дома в приглашайте друзей. Пробуйте и наслаждайтесь. Дерзайте в ваших продуктовых. У тебя бренди остался еще? Но там есть на кухне. Пока. Извините.